устало. Резво скачут рекламные блоки, на куски разделяют кино. Все влюбленные вместе, все плохие подохли. Вот оно! Поет себе, как ни в чем не бывало, на разный мотив, но все как одно. Новые песни и старых немало. Вот печальная тема на грустный мотив. Звонит слушатель из Дино, передает приветы для всех своих и заказывает его. Новый русский роман, огромные тиражи. Это русский Кенкиси, это он сочинил русскую над пропастью во ржи. Поведясь на рекламу, покупаю книжку просто так, ни с того, ни с сего. Открываю, листаю, читаю, понимаю, вот оно. Сеть интернет и зашел посмотреть, как оно. В отзывах читаю первый коммент.